Здравствуйте, друзья. Вот вечер. Увидели меня со стаканом. Вообще дикарь здесь опять. Вот, блин. Вот он сидит. Не могу от них избавиться. Ловлю, вывожу, все равно новые появляются. Вот. Ну, сейчас посчитаю, все на месте. Да, все на месте, друзья. Вот тоже. Друзья, вон выскочила. Тоже яйца снесли первые. Ух, куда ж вы? Голодные, сейчас открою. Вот сидела на яйцах. Вот яйца. Друзья, снесли. Сидят. Вот тоже сделал гнезда. Вот тоже собирают. Вот тут тоже. Тоже что-то натаскали. Тут. Вот. Тут тоже сделал. Посмотрим, пока первая пара яйца снесла. Ну чё, где вы? Вот она. Вот обратите внимание, какая шея темная. Они вот постепенно вроде сизые, но есть потемнее, есть посветлее голуби. Вот, вот эта пара. Вот он ее гонит. Вроде яйца снесли. Вот. Вот. Потому что я видел, это только вот белые крылья, а это ее самец, по-моему. Только их различаю, а все одинаковые почти. Ну, цветами только, темнее, светлее. Вот, собрались. Кушать хотят. Вон дикарь этот полетел. Халявщик. Чего насыпем вам? Пока завозить не буду, друзья. Немного размножится. Немного размножится. А потом буду подальше их завозить. Ну, постепенно, конечно, не сразу. И на 200 километров. И, может, и дальше. И на 100. Посмотрим. Размножу их немного. Больше сделаю. Ладно, пока на паузу. Вот он, красавчик. Шея такая блестит прям. Темная шея у него. Ну что, сегодня орел не атаковал вас? Атакует. Не было, не было. И появился. И что я заметил, друзья? Вот последний раз вот атаковал орел. И эти летали, и те. И вот солнце вот здесь где-то было. Там дом мой. Короче, он атакует, поднимается, уходит, уходит. И в сторону солнца, и оттуда пошел. Потом опять мимо, опять поднимается, уходит в сторону солнца и атакует. Я не знаю, друзья, неужели голуби в сторону солнца, если смотрят, и он об этом знает, плохо видят. Не знаю, друзья. И атакует, атакует. Ну, вот-вот-вот. О, конечно, это не сапсан. Вот какая у нас сухая погода. Без дождей уже он орех, видите, как высох. Как будто конкретно осень. Сухая погода очень. Жаркая, дождей мало. Вот такие вот дела, друзья. Тут вот у сапсана пока нет. Он так неожиданно появляется. То появляется, то не появляется. Ну, скоро осень. И придет там у меня вышка вот с той стороны. И будет там парой сидеть. Парой сидеть и атаковать. Как выпустишь голубя не здесь. Этих он, конечно, не атакует. Ну, не знаю, придет зима, будет уже холодно, птиц вообще не будет
улетят. Вот кого-то видят. Видите, смотрите. Очень осторожный, очень. Иной бывает, вот смотришь, кого-то увидели, а они там где-то в точке орла увидели. Еле сам вижу, а у них зрение конкретное. Он гонит. Тоже, наверное, гонит самочку. Ну, красавец, какая шея у него. Просто вот солнце переливается прям. Ну и вот так вот размножатся, друзья. И вот, обратите внимание. Не знаю, видно, не видно от шеи как. Ну, у кого почтовые, они знают. Переливается. Все краски. И зеленый, и синий. Не поймешь там. Как хамелеон. И красный. Каких только цветов нет на шее. Но это на солнце. Переливаются. Вот один уже заскочил. Вот еще один прилетел. Ладно, насыплю. Давайте, ребята. Сейчас я поставлю. Давай. Вот залетели. Красавчик. Я еще заметил, друзья, вот иногда вот вечером брат кормит, вот говорит, вот так же, как ты, закрываю, вот так же насыпаю, вот так они заходят, как только подойду к двери, и они резко срываются. Наверное, и лица различают, друзья. Наверное, скорее всего. Он отлетает. Надо здесь к зиме утеплить. Здесь я тоже что-нибудь придумаю. Тут открыто. Ну, посмотрим, друзья. Ладно, друзья. Как-то так. Хищники не дают житья. Этим-то пофиг. Извините за выражение. А вот бойных. Орел-то, да, так, 50 на 50, но если сапсан, конечно, эти теревятник опасен, скоро эти теревятник появится. Для молодежи очень опасен. Ладно, друзья, ну, вот она снесла, друзья, яйца, вот она, чтобы топить пришел. Он где-то, я говорю, плетает, пьет. Красавчик. Ладно, друзья, удачи. Как-то так.